Всем привет, мои самые любимые и дорогие подписчики, а также просто гости моего канала. С вами я, Мика Сталкер, и в этом видео я хотел бы показать вам, как в домашних условиях из подручных материалов можно сделать вот такую вот замечательную балаклаву. А теперь информация чисто для моих подписчиков. Многие мои подписчики знают, что я собирался делать макет пулемета РПК. Так вот, в следующем видео я, скорее всего, начну его делать, но это не точно. Ну а в этом видео мы начинаем, и всем приятного просмотра. Ну что ж, первым делом нам понадобится футболка. Почему именно футболка, спросите вы? Да потому что на футболке просто идеальная ткань для изготовления балаклавы. Она тянется, ну и все такое. После того, как футболка найдена, заходим в описание под это видео и качаем отсюда выкройку данной балаклавы. После чего прикладываем выкройку к футболке, берем мел или кусочек мыла и перерисовываем балаклаву на футболку. Также вы могли увидеть отверстие под глаза. Это отверстие будет отмечено на выкройке, и у вас с этим трудностей возникнуть никаких не должно. Ну что ж, как-то так данное отверстие выглядит после окончательной прошивки. Конечно, есть свои неровности, но согласитесь, это намного лучше, чем было бы просто вырезанное отверстие. Сейчас нам будет необходимо сложить две части вместе, заднюю и переднюю, и прошить их по контуру. Буду все прошивать на швейной машинке. Вы же можете прошить вручную. Все равно это все дело после вывернется и сильно различаться не будет, где прошито на швейную машинку, а где прошито вручную. Сейчас я это все сделаю и покажу вам готовый результат. Ну что ж, а на этом изготовление данной балаклавы подходит к концу. Я думаю, то, как она выглядит на мне, вы еще успели рассмотреть в начале этого видео. Ну а это у нас уже четвертая часть рубрики по пошиву военного снаряжения в домашних условиях. Пишите в ваших комментариях, что бы вы хотели, чтобы я сшил еще. Ну а на этом наш видосик подходит к концу.
Не забывайте писать ваши комментарии, ставить лайки и, конечно же, подписываться на этот канал. Впереди еще много всего интересного. Ну а с вами был, как всегда, я, Мика Сталкер. И всем пока-пока!